Да, погода, конечно, жуткая. Ну, в Капаранте, это вот отель по ходу называется Midnight Ice. Это полуночный лед. Ну, действительно, холод собачий. Возвращаемся обратно в машину и едем, как говорится, в Кеми. Вот. Несмотря на то, что время еще всего ничего, начало второго, ну как-то очень сумрачно, очень как-то мрачно и как-то сыро, и хочется, в общем, уже отдыхать. Все, до новых встреч. Привет из Хапаранты, Швеция. Пока.